Здравствуйте, меня зовут Власов Сергей Геннадьевич. Я работаю в городской стоматполиклинике номер 3, которая находится на Петровке, административный поселок Брикетное. Исполняющий обязанности заведующего отделения терапевтического. Скажите, в связи с условиями, с какими трудностями сталкивается поликлиника? Ну, если исключить постоянные обстрелы, частое отключение электроэнергии и разрушение поликлиники. Но также оборудование оставляло желать лучшего. Обновление постепенно требуется. За эти годы не обновлялось никак оборудование? Нет, не обновлялось. Как часто были попадания, прилеты? Ну, в этом году 3 или 4 раза страдала поликлиника. Самые серьезные разрушения были 27 февраля. Прямое попадание в крышу артиллерийского снаряда. Кровля разрушена. Хватает ли медикаментов? Есть ли чем лечить? С медикаментами все проблем нет. Где средства помогают, с этим проблем нет. Частое отключение электроэнергии. Вот с этим проблемы. Когда перебивают высоковольтные линии, бывает и до 2 недель, по несколько часов в день мы только работаем. Нужны какие-то генераторы? Ну, если бы была такая возможность, то это облегчило нам работу, чтобы мы были независимы. Обращались ли вы ранее с этими запросами? Ну, лично я не обращался. Наше, скорее всего, руководство обращалось. А много вообще врачей осталось в столь неспокойном районе? Почему вы решили остаться работать? Ну, надо же кому-то работать. Работает, да. Не страшно добираться на работу? Ну, страшно. По-разному бывает. Ну, страшно, но мы ходим все равно. Это наша работа. Мы ее любим. Мы не так, как... Нам тяжело на работу не ходить. Мы всегда с удовольствием. Если когда закончится, так вообще будет красота. Когда тут будет мир. Я вижу, что сзади остекленение, например, повреждено. Вы сами его латаете, либо же вам предоставляют материалы? Не, материалы нам помогли волонтеры, а наши строители все заделают пробоины. Пациенты ходят, не боятся? Ходят, да. Не боятся, потому что ходят еще опаснее районов, которые наш находится.